Наша поездка в Карабах, в Агдам, очень хорошо организована. Мы получили подробную информацию о разрушениях, а также проводимых здесь восстановительных работах. В целом, очень отрадно наблюдать за результатами работ по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях. Мне довелось побывать в нескольких странах, пострадавших от войны и вооруженных конфликтов, в том числе в Ираке, Сирии и другие. К сожалению, Азербайджан, как и эти страны, сильно пострадал от войны и оккупации. Однако нас радуют стремительные темпы восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях вашей страны.